Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Обычный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам расскажу о том, для чего же нужно сокращать ссылки. Итак, самое простое то, что я говорил уже неоднократно, сокращение ссылок удобно, во-первых, потому что она сокращает ссылку, если у вас длинная ссылка, она будет более удобная, более симпатичная. Второй момент, это даже вот когда некоторые из вас пользователи пишут, и правильно пишут, делают замечания, потому что YouTube некоторые ссылки блокирует, такие как об Apple в основном я скидывал ссылки, там какие баги в App Store или ссылки на техподдержку, они просто-попросту блокируют эти комментарии, в котором я закреплял эту ссылку, поэтому некоторые из вас и пишут, где ссылка, недовольствуют, конечно, да, в этом я не прав, но сам факт, я нашел выход. То есть, когда сокращаешь ссылку, выставляешь, они ее не блокируют, потому что она немного шифруется и обходит эти все, скажем так, фильтрации от YouTube. Вот в чем полезность есть. То есть, первое, это удобство и уходит от фильтрации. То есть, вы можете эти ссылки выставлять по разным соцсетям, где какие стоят, неважно, эти фильтрации. Вот, и вы можете рекламировать то либо сайт, то либо это будет какая-то техподдержка, то есть информация, то ли еще что, чем вы там занимаетесь. Но конкретно была цель у меня довести об этом, потому что, да, я столкнулся с этой проблемой, много кто спрашивает. Можно было сэкономить время, сразу просто перейти по информации вам нужной, и все будет классно. Если вам понравилось видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропускать мои новые видео.